С тех пор, как в апреле 2018-го законодательно утвердили альтернативу прямым муниципальным выборам, перед районами встал вопрос, как выбирать главу – по старой схеме или новой, незнакомой. Привычные нам прямые выборы. За главу голосуют жители, при этом деньги на избирательную кампанию расходуют из муниципального бюджета. Отметим, что суммы иногда баснословные по меркам района. Например, в Вечурском на выборы ушло около 3 миллионов рублей. При этом появилась двухмесячная задолженность по зарплате. Меж тем, несмотря на затраты, явка жителей зачастую едва превышает 30-40%. Из плюсов ответственность за избрание главы лежит на каждом жителе. Иногда это может быть в пределах 2-3 тысяч человек в итоге. То есть это в итоге 2-3 деревни выбирают, определяют судьбу целого района. Система конкурсного отбора включает в себя несколько этапов. Главу муниципалитета должна выбрать специальная комиссия. Ее состав 50 на 50 формирует глава Бурятии и депутаты райсовета. То есть кандидаты проходят 2 фильтра. Из плюсов – экономия районного бюджета – большая вероятность, что на пост главы придет хозяйственник, а не политик, умеющий красиво говорить. Ответственность берут на себя глава республики и депутаты райсовета. А значит, контроль за работой избранника будет усиленный. Уровень жизни падает, народ едет в город. И в данной ситуации политик менее эффективен, чем менеджер. И поэтому переход к конкурсным комиссиям – это переход к системе повышения эффективности управления. Плюсы новой системы увидели Хоринский, Заиграевский, Муйский и Северобайкальские районы. Они уже перешли на конкурсный принцип выборов. Когда выбирают главу напрямую, нерадивые, скажем так, кандидаты вводят очень часто людей в заблуждение. И, соответственно, эти обещания не выполняются, и снять возможности практически невозможно. Что касается главы, который назначен конкурсной комиссией, то снять с должности возможно значительно проще. И поэтому глава будет вынужден исполнять работу таким образом, чтобы к его работе не было претензий. Конкурсная комиссия детально изучает программу кандидата, его знания в законодательной и бюджетной сфере. Просто так пообещать золотых гор уже не получится. В первую очередь это дает возможность приступить к исполнению обязанностей главы района более подготовленных, компетентных руководителей, которые прошли опыт хозяйственной работы, опыт руководящей работы. Остальные районы пока сомневаются, а некоторые муниципалитеты решили сохранить старый порядок выбора главы. Екатерина Устюшенко, Мариам Восконян, Аркадий Амбуев, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.